Серый бизнес. Нашумевшее в начале прошлого месяца дело о хищении и вывозе из страны калийных удобрений получило дальнейшее развитие. На данный момент 10 организаторов преступной группы задержаны и находятся под следствием. Напомню, 6 апреля на белорусско-литовской границе была задержана колонна грузовиков, в которых находилось более 200 тонн минеральных удобрений. По поддельным документам, под видом российской продукции калий поставлялся в страны ЕС по цене 350-400 долларов за тонну. При этом у белорусских агрохозяйств его покупали меньше, чем за 20 долларов. Разветвленная сеть снабжения и транспортировки работала по всей стране. Только за прошлый год ущерб от незаконной предпринимательской деятельности составил около 30 миллионов долларов. Все 10 задержанных – граждане Беларуси. Противоправную деятельность было вовлечено не менее 40 человек. 4 действующие достаточно автономные преступные группы. Использовалось несколько десятков субъектов хозяйствования, в том числе лжепредпринимательских структур, как на территории республики, так и за рубежом. По нашим предварительным данным, в год за пределы республики вывозилось не менее 30 тысяч тонн калийных удобрений. По самым предварительным оценкам, ущерб республика понесла только за 2011 год в размере более 100 миллиардов белорусских рублей.